Всем здорово на моем канале. Сегодня очередная посылочка. Открываем ее. Что у нас здесь? А здесь у нас два кабеля. Два кабеля лайтинга. Один вот такой вот. Touch Series for IP кабель Basius. Тут что-то можно стереть. Туда-сюда, туда-сюда. Скрываем. Открываем. Что-то есть тут на китайском. Ну, такой вот кабелек. Кабель. Вот такой вот кабель. Тут написано Basius. Ну и с другой стороны тоже вот такой он. Тут что-то у него. Б буква и эмблемка такого USB коннектора. Такой вот плоский корд такой. Ну и что тут на коробке написано? Типа анти-клоутинг что-то. Анти-клоутинг типа не связывается, что ли. Не перекручивается. Тут не ломается, потому что ну, такая вот штука здесь. Ну такое, как бы здесь он может переломиться. Типа вот эта штучка должна быть мягкая и шелковистая. И что еще? Ну и еще какая-то хрень. Непонятная. Разные цвета есть. Вот, фирмы Basius. Так, ну и что еще какой? Ладно, этот отложим в сторону. И еще один кабель тоже фирмы Basius. А вот. Что-то 2 ампера. 120 сантиметров, кстати. 120 сантиметров, беленький. Ну что, достанем его. Здесь тоже что-то можно стереть, типа проверить оригинальность, подлинность. А вот. Тут такая вот штучка с айфончиками 7 Plus. А вот, типа, можно все вставлять в iPhone, там туда-сюдым-сюдым. Что еще? Какая макулатура? Опять на китайском какая-то спецификация. Зачем они ее кладут? Она нахуй не нужна. Ну и вот такой вот кабель. Такая вот резиночка. Резиночка такой перетянут. Ну вот этот кабель такой. Мягонький. Мягонький кабель Basius. Тут тоже какой-то коннектор, типа B буква. А с этой стороны. С этой стороны ничего. Ничего. Ну и вот, как такие кабели. Хуй знает. 120 сантиметров, типа подлиннее. Кстати, это что? Это односторонний USB. Так, и здесь тоже односторонний USB. Ну, такие два кабеля симпатичных. Ссылку на них оставлю в описании. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Также оставлю ссылку на Lady Shops. Регистрируйтесь по ней. Там неплохой кэшбэк. Ну, сейчас уже как бы меньше стал кэшбэк. Но все равно что-то получаешь хоть. В общем, до следующих видео.